Свобода в клубах, в гостях, в мастерской художника Виктора Пивоварова в Праге. Мы в гостях у основателя московского концептуализма и буквально классика современного искусства 20 века. Эрик говорит, что абсолютнейший порядок у Оскара Рабина, например. Известные фотографии мастерской Кандинского, которые полностью отвечают и его, так сказать, творчеству. То есть, когда тип мастерской абсолютно гармонично соединяется с личностью автора. Пивоварова полный порядок. Я думаю, что из тех двух десятков мастерских, которые я видел, наверное, все-таки самый хаос я видел, я вот рассказывал это, у Славы Каличука. Я вообще так подозреваю, что Виктор иногда приходит сюда и вот так часами ходит и докладывает какие-то вещи вот в какие-то кучи, которые сюда здесь лежат. Вот там, и вот как торчат вот эти замечательные кисти, да, вот букет кистей. Исчадие мастерских мы трезвости не терпим. Вот можно так романтично, по-пастернаковски считать, что замечательные как раз студии, мастерские, там, где слегка подванивает легкий запах блевотины, пятна вина, мусор. Мастерская хорошего художника отличается от мастерской плохого художника не мебелью, не интерьером, не формой окон, а картинами и произведениями, которые находятся в этой мастерской. Я бы хотел вспомнить мастерские художников, которые являются сами по себе хорошими произведениями искусства. Вот это очень важный момент. И у меня есть две такие. А в одной из них мы имеем счастье сейчас присутствовать. Если оглядываться назад, это художники, расписывавшие соборы, храмы, церкви, средние века, возрождение, это же длилось годами. И их мастерскими были как раз вот это помещение храма. И там уже, по-моему, просто теперь, оглядываясь назад, сказать, какая мастерская лучше, какая мастерская хуже. Я просто смотрю, здесь в мастерской находится созданный им такой деревянный пюпитр, на котором находится альбом, в данном случае это Флоренция. Это последний альбом этого года. Меньше чем за 40 лет было создано 33 или 34 альбома. Обожаю, как Виктор показывает эти альбомы. Зритель усаживается на стул, Виктор перекладывает по одному листу и рассказывает или показывает, если там есть текст, он его читает. Это еще один ритуал, безусловно. Это еще один ритуал, да, это очень важный ритуал. Или я очень люблю окна в мастерской Виктора Пивоварова. Я думаю, что окно вообще сквозной и чистый образ для художника, о котором мы говорим. За что вы любите Виктора в своем мастерском? За возможность уединения. Это совершенно бесценная вещь, которая в современном мире действительно вес золота или я не знаю чего, любых драгоценностей, когда ты можешь быть один сам с собой.